когда-нибудь об этом матче сложит красивую легенду. Как глава Ананка посылает мяч точнёхонько на ногу Александру Киржакову. Первый гол молодого форварда за «Зенит» и сразу ворота чемпиона. А восторг публики просто не подается описанию. Не успевает еще толком улечься ликование трибун, как публике вновь приходится скакивать на ноги. Это Александр Киржаков, приняв на себя ответственность, отправляет в ворота Владимира Габулова потрясающий гол. Этот удивительный гол будет одним из самых важных в биографии нашего молодого нападающего, ведь именно он открыл «Зенит» дорогу к бронзовой медали. Это Александр Киржаков.